Приветствую вас, друзья мои. Я сегодня буду готовить торт Павлова и приглашаю вас посмотреть, как я это делаю. Сейчас я буду взбивать яичные белки с парой щепоток соли, а все граммы я напишу под видео. Вот, взбила до такой пышной пены и теперь понемножку буду добавлять сахар и продолжать взбивать. Сейчас я добавляю чайную ложку виноградного уксуса, можно сок лимона и кукурузный крахмал. И продолжаю взбивать. Белки считаются хорошо взбитыми, вот когда вы делаете вот так, видите, кончик не загибается, вот он стоит. Как его ни поверни, он стоит вертикально. Вот это хорошо, белки, значит, взбиты. И все. Вот миску переворачиваешь туда-сюда, ничего не двигается. Вот до такой степени надо взбивать эту массу. И теперь я взяла противень, застелила его пергаментом, который посыпаю немножко-немножко мукой. И теперь тарелкой вот так обозначаю круг. Просто надо взять тарелку и вот так немножко ее покрутить туда-сюда. И вот примерный круг уже виден. Теперь я буду выкладывать взбитую массу по кругу вот так лопаткой. Лучше всего помогать себе лопаткой и ложкой. Ну вот и все, теперь противень отправляется на выпечку. Духовка уже заранее разогрета, должна быть до 100 градусов. Выпекаться будет у меня около 2 часов. Но все духовки пекут по-разному, поэтому ориентируйтесь по вашей духовке. Сверху корж должен стать светло-кремовым. Внутри он будет оставаться белым. Сверху хрустящий, внутри мягкий, как зефир. Вот такие особенности. Ну вот такой корж получился. Он у меня выпекался при 120 градусах с вентиляцией около 2 часов. Вот. У меня раньше была другая духовка, там я пекла при 100 градусах. Но вы должны ориентироваться именно по вашей духовке, потому что они все пекут по-разному. Вот. Он сейчас еле-еле тепленький. Вот сверху он должен быть такой сухой, хрустящий, а внутри мягкий-мягкий, похожий на зефир. Вот, повторяю еще раз. Вот такая особенность. Сейчас он остынет как следует, и я его украшу взбитыми сливками и ягодами, фруктами. И сейчас для крема я буду взбивать жирные сливки. Я добавила в них 2 столовые ложки сахара. Уже в крем надо добавлять сахар по вашему вкусу, учитывая, что корж будет очень сладкий. Итак, взбиваем сливки до плотности, до таких плотных пиков. Вот. И сейчас я добавляю сюда маскарпоне. Если у вас нет маскарпоне, то тогда можно просто удвоить порцию сливок. Теперь перемешиваю все вместе. И получается вот такой очень густой крем. И теперь с помощью 2 ложек я выкладываю крем на корж. Можно использовать кондитерский мешок, если вы хотите, но смысла особого не вижу, потому что сверху еще будут фрукты, так что ваши розочки не будут видны, даже если вы их выдавите. Потому что этот торт подается с большим количеством свежих ягод и фруктов сверху. Выложила весь крем на поверхность коржа и теперь выкладываю ягоды. Можно использовать любые ягоды, любые фрукты, какие у вас есть. Ну и вот в итоге, вот что у меня получилось. Сейчас рассмотрим еще поближе и потом посмотрим еще в разрезе какой-то тортик. Вот так он выглядит у меня. Какие фрукты, ягоды используете, так он и будет у вас выглядеть.
Обычно его украшают и сразу же подают к столу. Этот торт не надо выдерживать долго. Он уже сразу готов к употреблению.